Мартин, тут почта. Может, не сейчас? Так, что тут у нас? И счет за электроэнергию, за газ. Или ты, может, ищешь вот это? Это из налоговой. А там нету? От журнала «Кладбищенские танцы»? Есть. Но только не похоже, что там чек. Я так и знала. Хочешь знать правду? Ты пытаешься опубликовать свои рассказы с того момента, как мы поженились. И знаешь, их никогда не опубликуют. Я была дура, что верила в это. Мне просто нужно настоящее вдохновение. Нет, все, что тебе нужно, это бросить писать и вернуть свой чертов ноутбук в магазин. Но магазин не примет его обратно. Уже прошло более 30 дней. Тогда я полагаю, что ты должен сдать его в ломбард. Да, уже побежал. Я все слышу. Компания Room 237 представляет фильм Марка Стинсланда. Подушка Лавкрафта. В фильме снимались Шеннон Соло и Кристин Мэнган. На основе идеи Стивена Кинга. История Марка Стинсланда. Сценарий Рика Хаутала. Продюсер и режиссер Марк Стинсланд. Ломбард. Подушка Лавкрафта $250. Сам Лавкрафт. Что? Подушка на витрине, она действительно принадлежит писателю Лавкрафту? Так сказал парень, который ее продал. Можно посмотреть? Я не могу поверить. Сам Лавкрафт спал на этой подушке? Только подумать, сколько снов она впитала в себя. Вдохновение. О да. Что у вас там? Я думала, что ты уже не придешь. Ну и сколько ты выручил за ноутбук? Ну, ломбард был закрыт. Я схожу завтра. Чего ты тянешь? Ты должен оплатить все счета, Мартин. Хорошо. Не забудь выключить свет. Ты уже ложишься? Да, я устала. Ты еще не закончил со всем этим? Это заняло намного больше времени, чем я ожидал.
wall. Eagle and X sleeps. The tattered eyeless one serve him. Crawling on a body. Я воспользуюсь этим телом, чтобы переждать. Сейчас мы точно не можем сказать, что привело ее к этому состоянию. Она не принимала какие-нибудь наркотики или медицинские препараты. Нет, ничего. Мы проведем несколько серьезных тестов. Ей придется остаться здесь. Мне очень жаль, мистер Хейл. Пожалуйста, следуйте за мной. Я хочу обменять это обратно на мой ноутбук. Сейчас же. Еще $50. Только 40. Это все, что у меня осталось. Спустя 6 месяцев. Журнал «Кладбищенские танцы». Новый рассказ Мартина Хейла «Подушка Лавкрафта».